Всем привет, ребят, с вами Мирослав. И сегодня у нас обзор редкого оружия. Это уже третий обзор. Посмотрите, какое у нас сегодня оружие. Этим оружием пользовались серпентины. Сначала серпентины напали при помощи Ллойда Гармадона. Потом они сами продвинулись в нападении, потом к ним присоединился лорд Гармадон, и потом их еще использовали руки времени. Это оружие ковали кузнецы для рук времени. Среди них есть вот такое вот оружие, которое использовалось в добрых целях. Это ключ к клинку поворота времени, он оранжевый. Нужно приложить его к двери, и за эту деталь возьмется мастер огня, а за эту мастер воды, и тогда откроется дверь. Также при помощи этого клинка можно призвать двухглавого дракона, который меняет себе огонь и воду. Вот оружие топорик. Может, оно не такое уж и редкое, но чем-то оно мне все-таки нравится. Оружие как двойная булава. Здесь у нас рукоять, палка и два колесика. Далее сая с длинной рукоятью. Это у нас хвост змеи, рукоять, круглая деталь и сая. Очень красивый меч. Вот это у нас рукоять и очень необычное лезвие. Лезвие сделано из красного камня, и в конце оно заканчивается обычным булыжником. Далее необычный большой топор. Он состоит из двух маленьких топоров, большой рукоятью и деталь, которая все это в себе объединяет. Также удлиненная бензопила. Здесь опять хвост змеи, рукоять, круглая деталь и бензопила. Спасибо за внимание. Вы тоже можете находить рукоять, хвост змеи, саю, бензопилу и тоже создавать редкое оружие. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.